Лёш, совершенно разная ситуация между вчерашней игрой и сегодняшней. Вчера как бы поплотнее было, сегодня как будто без шансов. Как мне показалось, не хватило не только реализации, не хватило какой-то спортивной злости. Как думаешь, именно ты, что помешало сегодня зацепить очки? Зацепить очки было помешало то, что сначала вышел не основной состав, дали поиграть тем, кто мало сыграл. Ну и выпустили нас уже там. Половина состава сломалась, заболела. Ну, было тяжело играть. Был у тебя момент, когда ты входил в зону и пытался подать, но зацепился, если не ошибаюсь, там носком о синтетику. Сложноватое поле сегодня или это уже какой-то психологический момент, когда не успеваешь сконцентрироваться? Нет, я просто хотел перекинуть вратаря, не получилось. Мяч слишком далеко был от меня. Момент с реализацией затронем, выход этот один на один с вратарем. Вроде бы ты немножко придержал мяч, и вроде все правильно делал, но вратарь среагировал. Можно было как-то по-другому сыграть, или будь у тебя такая же возможность, ты бы сыграл точно так же? Я бы, наверное, сыграл точно так же. Ну и давай по эмоциям от всего турнира, и от питерского этапа, и от минского. В Питере было красиво, очень уютно, там все понравилось, манеж красивый очень. Тут у нас, ну, свое обычное. Тоже неплохо.